Всем привет! С вами Шутник, игра Borderlands, и мы продолжаем выполнять задание для Безумного Эрла. И сейчас нам нужно достать 24 бутылки с выпивкой. Чем мы сейчас попытаемся заняться? Так. Угу. Что у нас по инвентарю? Интересно. Здесь вас ждет самое лучшее, новейшее. Ой, что у нас много всего, да? Так, у нас гранатомет. Снайперка. Я думаю, все это продать. Злобный скингер. А, он без этого, без снайперского прицела, да? Так. На 19-й. На 19-й. Не, у нас вроде поинтереснее только. Хотя это с этим, с электрошоком. Не, ладно, оставим нашу. Получается, все нам можно продавать, да? А, я вроде в прошлый раз неправильно экипировал. То есть у нас нужно на стихийные навыки, да, на стихийное увеличение. У нас получаются другие. То есть искра и дива, так, где это есть? Искра и дива. Так, искра. Да, видите, вот повышение шанса срабатывания стихийных эффектов оружия. То есть надо экипировать его. Все, искра дива увеличен. Это значит, все продаем. Вот и граната 50. Сенсорная мина. Мина. Ну ладно, оставим гранату. Так, а щит 250-41. Тоже маленький. В общем, вообще все можно продавать. Шикарно. Заходите. У нас вы найдете оружие и снаряжение по самым выгодным ценам. Мы сейчас денежки поднимем. Я думаю, неплохо. Пока на улучшение не буду тратить деньги. Посмотрим, что дальше будет. Там улучшение стоит очень дорого, там 60 тысяч для одного типа оружия. На мой взгляд, эта цена чересчур завышена. Так, все, продали все лишнее. То есть у нас осталось только то, что экипировано. 170 тысяч. Теперь на что нам сделать? На какие патроны? Еще раз, да? Так. Ой, мне не хватает пистолет-пулемет, да, наверное. Да, нам надо покупать. А, блин. Все. Так, еще ракеты можно купить. Угу. Ну вот и все, экипировали. Ну ладно, ракеты давайте добьем до конца.
Так, граната максимум. А, улучшение 16 тысяч? Или это слабое улучшение? А, те, которые у меня уже есть. Да. Ну ладно, ничего не будем больше. Все, на ХП я не буду ничего покупать. Или купить парочку. Кому нужен врач, когда есть мои машины? Опа-на. Так. Иглами. 32 тысячи. 28% урона от огня. Плюс 3 навык искра. Плюс 2 навык феникс. И 18% шанс стихийного эффекта. Так, искра и феникс. Искра и феникс. Феникс. Убив врага, вы наносите огненный урон врагам вокруг вас. А также получаете шанс экономии патронов. Так, Адива. Давайте мы купим и поменяем наш щит. Если мне кажется, лекарство, это хорошая штука. Подходим и берем. Да, давайте так и сделаем. Тридцать две тысячи он стоил. Офигеть. Ну ладно, я надеюсь, не зря мы это сделали. Лекарство на любой вкус. А вот, а щиты уже слабые. Ладно, щиты не будем трогать. Так, аптечки и моментальное здоровье. Мне нужны аптечки, да, получается? Давайте купим. Хотя бы парочку. Там опять можешь придется их выкидывать. Так, это продаем. Ну все, вроде нормально разобрались. Да, надеюсь, я не зря продал. Так. Надо взять вот эту пушку. А, бутылки со спортным, с них выпадать будут. Окей. Тогда надо всех бандюганов искать. Чтобы заполнить. Точнее, чтобы выполнить задание. Угу. Что, дамаг не наносится? Что там здоровый какой-то? Слева. Давай, давай, падай, падай, падай. Отлично. Есть. Так, у нас скоро будет левел-ап очередной. Ай. Так, бутылка. Не, брать не буду, дешевый еще. А вон еще где. Так. Ящик с оружием. Так, 2000. Кстати, может даже лучше наша она будет. Давайте посмотрим. Хотя навряд ли она белая все. Где она? А, зеленая, да. 220, 95, 1,4. Плюс 4 вместимость обоймы. Не, ладно, у нас поинтереснее. Да и цвет у нее посимпатичнее. Синяя-то, я так понимаю, она посильнее немного. Так, все, вроде мы здесь осмотрели. Может, наверху еще что-нибудь есть?
Зря эти ящики не открываю, знаю, что у них ну, какие-то расходники, и все равно, да, бегу туда. Одна большая свалка. Все, воды затоплено даже. Не надеюсь, я там никакие бутылки не упустил. В том случае еще вернемся, посмотрим. Ну, нам все равно придется назад-то возвращаться. Даже если пропустили, все равно их не идем. А, вон где. Ну да, что, все мимо, что ли? Вот. Так-то лучше. Ай, блин, куда я упал-то? Как это стоит выползти, да помогите. А, так, да. Я запаниковал. Эй, господа, видите, я занят. Зачем на меня нападать? Когда я даже без оружия. Где? Угу, вот где. Что, у них у каждого с собой по бутылке, да? Ну, так чего? Надо их взять. А, думал, спрятался, да? Нет, тут-то было. Все, готов. Так, а это что такое? А, патроны и на ХП. Так, тут что-нибудь есть интересное? А, увидел меня? Блин, бежал. По идее, тут такая площадочка, тут был вот ящичек с оружием, да, очень хорошо смотрелся. Это что такое? А будет подходить, не взорвется? Странно, горит зелененьким. Ничего сделать нельзя. Может, надо взорвать? Ну ладно, пока оставим. Не знаю, что такое. Где это место? Только что где-то стрелял. А, со спины опять. Где наш? Я думал, мы их пока убиваем, левел апну. Так, у меня снос туда. Опа, на граната. Где? Или что такое-то было? Да, граната. Еще где-то бежит. Со спины? Бери, давай. Так, а здесь что интересное есть? Должно не быть. А зачем-то... А, я где-то кучу я сюда бежал. А, ну окей, ладно. Хотя бы винтовка.
Так, мы здесь все равно туда проходим, да? Там наверху. Опа-на. Вообще какой-то выход. Да, то есть я вот там бы забежал. Ну ладно, пока что возьмем. Там может все принципе продавать. Давайте этих завалим. Ну опять снимем. Да, и что такое? Сразу эти ящики смотреть. Так, надо хп восстановить. Ну не хп, а щит. Так, что у нас больше-то восстанавливается, нет? Так, вот пошел. Все, готово. Так. Опа. Я думал, это уже убитый. Ну, бутылка куда упала? Мог бы я и не увидеть. Так. Это что такое? Я понять не могу. Это что, бутылка, что ли? Нормально, блин. Это, видимо, с какого-то убитого сверху. Упало все вниз в воду. Ну, все, обойм у него высадил. Можно вообще на обратном пути нам будет это активировать и взорвать или что-нибудь типа такого. Так, 19, все, нам осталось немного уже. Дверь, это куда дверь идет? Ага, что есть? Нет, не дают мне зайти. Еще 5 бандитов должно быть. Ну, это меню. Ящики все с расходниками, плохо. Хотя, может, и хорошо, хоть инвентарь не забиваем. Журналы какие-то. Окей. Так, а че? Все правильно? Побежал. Да, вот бандюган. Не повредил, наверное, да, его? Ой-ой, давай-давай-давай, убивайся. Что такое, не убиваем? Все, лава-лап у нас. Так сказать, congratulation всех. С лава-лапом. Так, все, 3 бутылки осталось. Ой, что такое было? Так, давайте убежим. Все. И хп на восстановить.
Я не помню, что такое взорвалось. Так, ладно, так оставим. Хорошо, что они очень косые. О, тут еще площадка большая, он справа место. Тут еще он, туда можно сбегать. Все. Что у нас по заданиям? Блин, генерист. Ну все, у нас на этой территории показано только одно задание. Хм. Потом, видимо, придется снова сюда возвращаться. Вполне вероятно, что мы сейчас перейдем, типа задание сдадим. Он скажет, что давайте типа, поотомстим этим бандюганам. И у них надо будет все взорвать. Давай-ка ты снова сбегать туда. Да блин, что-то тут очень большая территория. Я честно уже запутался. Легкий лечебный набор, ладно. А если мне вообще смысл ее бегать-то? Давайте посмотрим, что он там. Или лучше не суваться туда. Там такая отдельная территория, может какой-нибудь там босс, что-нибудь такое будет. Ну давайте пока не будем, потому что... заданий у меня больше никаких нету. На этой локации. Надо вернуться, сейчас будет к Эрлу, сдать задание. Да и вторая бы тоже. Дальше посмотрим. Если бы какой-то персонаж был игровой здесь, нам бы, наверное, сказали, типа, что вот сбегайте, посмотрите и так далее. То есть, если ничего такого нету, то, скорее всего, там, ну, максимум какой-нибудь босс. То есть, никакого персонажа, я думаю, мы не потеряем. Он еще бутылка валяется. А, даже не одна. Так, мне смысл брать больше-то. Если я уже собрал достаточное количество. Не, ну нам по-любому придется обратно сюда возвращаться. Неспроста я там столько места еще. Вот видите, еще бутылка валяется. Все-таки не все я собрал. А, вот хп. Ой, вот я что-то с оружием где валялся. В самом начале. Ну ладно, это все на продажу. Можно сразу все продать. Так, а ничего, наверное, хорошего-то нету. Кстати, каустичный инвентарь. Это может быть. Может мне экипировать его вместо своей винтовки? Так, 37, 91, 10. Угу, тут дамаг выше. Причем скорострельность одинаковая, да? Там пиксел получше. Ну это, конечно, подамажено. Но опять же, тут шанс поразить врагов коррозии. Ну, блин, было бы тут вот не x1, а x3. Я бы взял его. Так, а снайпер что, 141-95? Нет, хуже. Не, ладно, все это на продажу. А, ну так продаем сразу. Мы продаем лучшее снаряжение на планете.
планете. Потом, видимо, где-то либо на доске объявлений, либо у какого-нибудь задания это будет надо взять. Ну, то есть, здесь по-любому еще задания какие-то будут. Так что еще сюда вернемся. Так, по навыку, что мы там делали? Угу, давайте скоростную дальше увеличивать. Вернемся к Эрлу. Яички обычные, да? Были бы там ящики с оружием, я бы с ними повоевал. Ой-ой. Как-то я неудачно выбежал. Поджидали меня, товарищ. Говорит скутер, мой бегунок, конечно, не красная девица, но до места он тебя намчит. Такси, Блюз! Так, нам нужно вернуться обратно. Давайте сейчас дадим задание Эрлу. Посмотрим, будет ли у него еще задание. Ну и... будем решать дальше, куда двигаться. Так, а что за задание у меня отмечено? Эрл там находится, что-то я думал, он в другом месте. Да, все верно. Угу, да-да-да. На этот раз скажу так. Тебе правду. Ты вроде как ищешь карту этого дурацкого хранилища. Угу. Она у Крома. Он два раза меня курнул. Что за Кром? То есть пока мы выходили, карту у него отобрали, да? Нам, я думаю, все равно нужно сходить до этого безумного Эрла, сдать ему задание. Так, все, вот. Так. Спасибо за выпивку. Так. А теперь о той инопланетной штуковине. Забавная история. Кром узнал о ней и заходил ко мне около года назад. Он сделал мне предложение. Нет, ну так явно тогда не... пока нас не было, я около года назад. Бешеный граф сказал, что у него есть работа для этого тупого искателя хранилища. Бешеный граф, его зовут Безумного Эрла. Так. Он сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться. Как ты думаешь, почему я забаррикадировался здесь? Не знаю, зачем она ему, но я не рискнул с ним спорить. Это был последний раз, когда я видел эту штуковину. Угу. И два задания у него. Так, следующий фрагмент. А, убить Крома. И забрать у него фрагмент ключа от хранилища. Так. Тебе нужна моя инопланетная штуковина? Она была украдена одним бандитом. Его зовут Кром. Если ты настолько глуп, чтобы браться за это дело, то ты можешь найти его к северо-востоку отсюда. В Кромс каньон, ну, логично. Каньон Крома, да? Просто иди на север по реке. Если тебе удастся вернуть ее, то ты и этот Анис можете делать с этой штукой все, что хотите. Кстати, на 25 левел и не трудно, то есть не факт, что нам сейчас вообще доступно это задание. Так, меня это уже все достало, окей. Так, собрать банки с консервированным мясом скагов. А, ну это снова в этом... в той локации? Так. Эй, если тебе нечем заняться, то ты можешь сделать мне обед. Я говорю о лучшей еде на Пандоре. Консервированном мясе скагов. Только проблема в том, что Кромы его тоже обожают. И он обчистил мои запасы.
Так что займись делом. Отправляйся в Кром Скэнинс. Кэнион. И верни мой запас. Окей, все, мы здание, оба здания взяли. Скатертью дорога. Так. Угу, нам по-любому надо сюда выбегать. Не знаю, сейчас посмотрим, где находится этот каньон Крома. 26 левел, а 25, да? Мы 24. Ну, мы, в принципе, там почти подходим. Угу. Ну, что нам лучше сделать? Отправиться в каньон. Или можешь попробовать отправиться в Титанус, да, в Титанус Варен. Там какой-то король Сукун. Его надо будет убить. И собрать кислотные кристаллы. Так, а где находится этот? Эта локация. Даже не знаю, куда лучше сходить. Давайте, да, отправимся сюда. Немножко подкачаемся все-таки там. Выделяется оранжевым. Ой. Все-таки выделяется оранжевым, значит знание, которое, видимо, сложно. Поэтому немножко подкачаемся. Выполняем квесты какие-нибудь дополнительные. Благо у нас их предостаточно. Здравствуйте. Хелена Пирс ждет вас в новой гавани. Так. У нее есть для вас работа. Еще и у Лены Пирс задание. На доске объявлений там задания, наверное, есть какие-то. А мы сейчас все равно возвращаемся в эту новую гавань. Если да, то возьмем задание тогда у нее. Ой, извините. Здравствуйте. На панели наград в новой гавани доступны новые задания. Так, разберемся с этими заданиями на этой локации. Угу. Потом-то отправимся дальше. Так, а квест? Ну, кому-то можно задать вроде. Блин. Или не здесь. Нет, мы выполнили, а кому сдавать-то? Ну, видимо, тоже не на этой локации. Так. Так, сейчас бегаем до доски объявлений, там задание возьмем. И нужно поговорить с Еленой Пирс. Она вроде бы... главная в этом городе. Здравствуйте. На панели наград в новой гавани. Все, не ошибаюсь. Новое задание. Вроде так она там была. Так, это она. Чем могу помочь? Так. Найдите доску объявлений глуши мистера Джонсона. Когда-то известный склад топлива. Теперь заброшен. Люди позвали его глуши. На панели наград счастливчика доступны новые задания. Там есть доска, но она уже не работает. Найди эту доску объявлений и поищи сторожа, мистера Джонса. Если ты починишь доску, то сможешь взять пару заданий, которые были доступны до поломки. Окей, все, здание взято. Еще здания появились у счастливчика. Вот где у нас живут машины! Выбирай по вкусу! С ним надо поговорить. Я не кусаюсь! Нет? Обычно. А где доска объявления? Ну, до встречи! А, у Лаки. Я думал, у этого. У скутера.
Это на ладовую локацию. Пожалуйста, не стреляйте. У этого все паника. Так. Найди сведения о судьбе Шона Стоукли около Новой Гавани, так. Кто-нибудь, можешь помочь мне? Я пытаюсь найти своего кузена, Шона Стоукли, и его сына Джеда. Они оба живут в Нью-Хейвен. Но они не были дома и не отвечали на мои звонки уже много недель. Джед был проблемным парнем, и я думаю, он мог снова сбежать. Шон, должен быть, отправился на его поиски. Я боюсь, что произошло нечто плохое. Пожалуйста, осмотрите окрестности Нью-Хейвен и выясните, что произошло с моим кузеном. Так, все мы здесь по заданию вроде взяли. Не, давайте мы это задание. Или нам снова вроде в ту сторону ехать, или нет? Так. Значит, нам нужен автомобиль. Давайте попробуем это задание выполнить. Вот что интересно, нам его машину взять нельзя. Слушай, я из силы убиваюсь, дружище. Видите, никак не реагирует. Эй, не пора ли нам в путь? Пора убираться отсюда. Так, ну поехали, да. Так, а что, не здесь? Угу. То есть 5 бомбиган его схватили. А может быть, он уже и мертв. Что, мне кажется, более вероятно. Да, мы нашли Шона Стоукли. Ну да, он, видимо, убит. Так, этот труп соответствует описанию Шона Стоукли. Слово «ворюга» было вырезано ножом на его лбу. Этот мужчина умер, зажатый запиской в руке. На ней написано «Отец». А, да, мы нашли сына. Или это, может, отец его? Так, отец, я присоединился к армии Крома. Не пытайся искать меня. Они дали мне лучшую жизнь, чем у тебя, а чем у меня была, и новое имя. Теперь меня зовут Ворюга. Может, отец отправился на его поиски, и это было как бы его задание, чтобы его приняли в банду, типа убить отца или что-нибудь такое. Ну, я так предполагаю. Кузен Шона будет в шоке, услышав это. Видимо, этого Ворюгу надо научить уважать старших. Если он присоединился к людям Крома, то, вероятно, его можно найти в Кромс Кэньонс. Найдите его и накажите старомодным способом. Затем вернитесь в Нью-Хейвен и доложите о случившемся. Угу. А, я думал, там можно нам дальше пройти. Так, где машина? Так, не разобьемся. Угу. Это задание будем выполнять попозже. Так, спрятан дневник. Может, попробовать еще найти вот эту доску?
Вот, а уже после отправимся на ту локацию, где кристаллы нужно собирать. Да, где-то есть. Угу. Что-то мне подсказывает, что там опять будет много противников, да? Так, налево. А ты на другой локации, что ли? Нет. Или да? Нет, есть переход на другую локацию. Так, сам так понял. Найти доску и мистера Джонса. Ты чё такая? Фига себе. Какие у них аттракционы. Они играли в дартс. Только вместо мишени у них люди, да? Ужас. Ужас. Так, это оружие. Ой, летающие гады. Тихо. Пойдем. Где он есть? Все, готов. Так. Да блин. Ну где сейчас-то все? Так, добавить на 25 левел. Okay. Во, 11 тысяч. Так, на 25 левел. Высокая эффективность против незащищенных участков тела. Шанс поджарить врагов. Окей, okay, то есть это на огненный получается, да? Ну, возьмем пока, посмотрим, не знаю. Что с ним делать будем? 11 тысяч. Это 11 тысяч, мы его продать можем. А так бы он стоил на тысяч. Там порядка 100. Ну, не 100. Ну, 1050 он стоил бы. Если бы его покупали. Так, а чё, где тут есть? Чё мне надо делать? Где-то здесь должно быть. Я тут ничего не наблюдаю. Так, или все-таки мне надо отправляться, да, на ту локацию. Окей. Да, можно было там спрыгнуть.
Так. Куда мы это вообще вернулись? Мне интересно. Эй, здесь можно подобрать себе машину! Ну что, можно даже раскрасить ее в цвета! Были мы на этой локации или нет? Я что-то не догоняю. Вроде да. Вроде и нет. Странное место. Так, где-то справа, по идее. Или снова другая локация. Нет, вроде здесь где-то. Да, видите, вот доска новая. Давайте посмотрим. Все, а мистер Джонс это кто? Или что? Так. Ну все, активирован. Использовать нельзя. Угу. То есть нам отвернуться обратно, да? Есть чем-нибудь еще интересно или нет? Так, куча ящиков с хламом опять. Очередку сделать. Лечебный набор? Ну ладно. Так, ну все вроде. Что у нас получается по заданиям? Так, это мы потом сдаем. В следующем тогда выпуске будем пытаться сместить короля. Не знаю, что там за король, заодно с ним познакомимся. Вот, подкачаемся и уже потом отправимся уничтожать этого Крома. Ладно, друзья, продолжим проходить уже в следующем выпуске. У меня на этом все. Не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. Всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока.